Календула, львиный зев, маргаритка. В Магадане начали высаживать цветы. Сотрудники комбината зеленого хозяйства приступили к работе. Как отмечают специалисты, земля прогрелась до минимально нужной температуры – 8 градусов. Цветочная композиция каждый год новая. Всего планируют высадить до 180 тысяч растений. Примерно 48 сортов однолетников и многолеток. Для того, чтобы улицы Магадана засияли цветочными красками, нужно провести большую подготовительную работу. Круглогодично у нас порядка 5-6 человек производят уход за теплицами и подготовку к высадке и выращиванию рассады. На посадку мы привлекаем до 10 человек, именно тех сотрудниц наших, которые маленькие вот эти вот чудесные растения высаживают на клумбы города. Сотрудники КЗХ высадят более 4000 квадратных метров цветников. На Магданской площади, в сквере Победы, в третьем микрорайоне, парке «Маяк» растения украсят весь город.